Всем здорово, ребятки, с вами Just Jack, и мы продолжаем с вами проходить игру под названием Typo Man. В этот раз все должно быть хуже, чем обычно, потому что я умираю уже с самого начала. Да. Я бы хотел составить слово, знаете какое? Sister. Может быть, у него появится сестра? Нет. К сожалению, у него сестры не появилось. Ну и как бы... Ага, подожди. Нет, нам нужно составить какое-то слово, чтобы долететь до туда, я правильно понимаю? Давайте думать. Stair. Может быть, все же stair? Как бы в этот раз должно проканать. Типа лестница. Stair. Stairs. Вот, да, в этот раз проканало. Очень хорошо. Очень быстро уже стали догадываться. Но это я всегда так говорю в начале серии, а потом мне приходится вырезать 40 минут из моего прошлого прохождения, потому что... Так, grab. Подожди, gap. Что значит gap? Чувак, живи. Мне кажется, нам нужно взять вот отсюда буковку R. И составить слово grab. Хвататься. Нет? Окей, я просто хотел прыгнуть, запрыгнуть наверх. Там было, да, предложение просто. Ладно, ну и, как говорится, хрен бы с ним. Просто продолжаем идти дальше. Глава 3. Много паутины. Я так понимаю, здесь будут пауки. Это очень не очень на самом деле. Ага, это еще и на время. Так, хорошо. Что у нас такое? Что это за жижа? Жижечка какая-то черная, страшная. Hand. Ага. Hover. Так, ну это понятно. Over, Dover. Может быть, какое-то слово типа составится? Не. Окей, нужно думать. Может быть, какое-то слово можно составить? Ну, hand. Hand, понятно, типа. Оно изначально стояло. И оно не работает. А мы сами не можем телепортироваться. Мы должны, короче, эти буквы туда телепортировать, да? А, подожди. Эта хрень нас расстреляет. Это в любом случае, да? А, как-то нам нужно так сделать. Может быть, что-то вот здесь? Нет, здесь мы ничего не можем. Хорошо. Там слово over. И что мы можем еще со словом hand составить? DNA. Может, какой-нибудь end от DNA. Нет. К сожалению, не хочет. Ну, давай просто проверим мою теорию, что эта хрень нас сейчас расстреляет. Да, эта хрень нас расстреливает. Ну и в любом случае нам нужно как-то букву вот сюда зателепортировать. Только какую? Cover. Нам вообще надо cover. Типа букву К получить. Но у нас нет буквы К. Это плохо? Nover, hover, dover. Блин, я не знаю. Давай попробуем букву с буквой Х. А, ну да. С буквой Х у нас ни
не ха. Так, ставим. Уи! Ты посмотри. У нас что-то получилось. Ёпш ты. Я даже и не знал. А я и не знал, что игра может быть жестокой. А я таким одиноким, а я и не знал, что за херня, телепортации какие-то. Нам нужны буквы, какие-то три буквы, а я и не знал, а назад мы не можем идти, потому что настроение петь. Настроение петь. Вот. Нам нужно. Опять. Вот опять нам нужно, короче, составить слово Илюха, наверное. Илья. Ну, не-не-не. Подожди, а если слово Horde составить? Хо. А R тут нет. Тоже. Сто. Тоже не получится. Стол. Столи. Типа украсть. Ага, нам нужно еще каждую букву разместить. Ёпш ты. Короче, я так понимаю. Оле. Оле, 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 оле. Давай просто разместим сейчас каждую букву, посмотрим, что это значит вообще. Ну, кстати, я угадал, что насчет количества букв, да? Их нам нужно 5. Так, нам нужно слово солид. Это я уже понял. Так, солид. С прошлой серии еще научен, как бы. Еще как бы с прошлой серии все понятно. Что солид — это пуленепробиваемый монах. Очень крепкий и очень нормальный. Поэтому сейчас мы сделаем слово solid. Это как-то, наверное, должно... Вот я говорю, я просто разбираю слова и зарабатываю достижения. Классно, вообще, мне нравится. Так, 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 так. Solid. Давай, погнали. Так. Ага, теперь мы это опускаем. Так, ну все, это все, что нам нужно было, да? Я правильно понимаю? Да, теперь смотри, теперь оно опустилось, и мы можем... И мы можем... Оп, 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 и мы можем пробежать вот сюда. Хорошо. Предыдущие серии как бы пошли нам на пользу. Быстрее соображаем уже, что к чему. Ага! Я-то думал, что мы по этим рельсам можем идти. К сожалению, это оказалось не так. Очень жаль. Ладненько. Давай, давай, давай. Оп. Хорош. Пошел простой платформер. Может быть, это ускорит прохождение игры на самом деле. И я типа за одну серию буду проходить по целой главе. Так, вот это вот. Что нам здесь нужно? Опа, там эта херня проехалась. Так. Она сейчас сюда всосется, что ли? Тихо, 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 тихо. Ага. Так. Здравствуйте. Короче, нам нужно теперь успеть... Мало того, что нам нужно догадаться, что за слово... Нам нужно успеть его расположить.
Bad. Bad dream. I have a bad dream about this. О, ха, смотри, какое у него лицо стало. Нет, это нам не надо. Так, нам нужно опять, нам нужно слово из четырех букв. Слово из четырех букв. Может быть, love нам нужно слово. Давай попробуем слово love. Love. Любовь спасет человечество. Так. 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 Ну-ка посмотрим. Ну по идее. Оно же сейчас вот здесь появится. Вот так вот. Хоп, хоп. Любовь. Так, это белая чистая энергия. Ага, хорошо. Смотри, оно реально сработало. Класс. Ой-ой-ой, ау. Слышь. Слышь, ты. Ах ты мразь. Ах ты мразь, подожди. Нам нужно БДС лицо сделать снова. Где там? Bad. Bad. Вот так. Очень злое лицо. Это Макс Пейн. Это Паниша. Так, подожди. А какое-то защитное слово мы можем сейчас сделать? Давай попробуем слово love опять сделать. Может быть, оно нас защитит? Так. А, подожди, 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 подожди. Мы же можем слово cover собрать здесь. Да? Cover. Вот так, прикрытие. Оп. Все, погнали. Ты видал? Ты просто это не... Это вообще... Это вообще круто. Смотри, оп. Шо, мразь? Ой, ай. Блин, твою мать. Так обрадовался своей победе, что не заметил, что там эта красная хрень. Так, ладно, давай. Ну-ка, dead, если слово. Отец. Нет, это ничего нам не будет. Хорошо, давай слово bad. Мне понравилось ходить с гнусной рожей. Такая, как оно у меня обычно, короче. Такая вот. Да, вот такая вот. Вот. Угу. Потом делаем слово love. Make love, not war, как говорится. По-испански. Зачем я love сделал? А? Кто-нибудь объяснит, если мне нужно слово cover? Забудьте, что я говорил. Make cover, not love. Вот. Это вот по-испански. А то было по-французски. Так, cover, хорошо. Ага. Хорошо, погнали. Погнали. Теперь мы сделаем все по красоте. Теперь я не буду так жестко тупить. Оп. Оп. Оп, оп, оп. Пошло от меня. Пошло, я сказал. Все, отлично. Так, опять этот дум здесь. Ты посмотри. Это что за... Это что такое? Что за хрень? Так, вот мне кажется, мне сюда попадаться не нужно. Оп. Так, хорошо, успели. Так, так, так. Не будем торопиться. Сказал я и поторопился. Что это за херня? Понятно. Оп, оп. О, фух, повезло. Так. Как это работает? Давай смотреть. Так, получается, смотри. Он спускается. Мы прыгаем сейчас сюда, на следующую платформу. Вот так. Оп.
Хоп, хорошо. После этого мы запрыгиваем на вот эту маленькую платформу, поднимаемся наверх, запрыгиваем на центральную, поднимаемся на левую платформу. Ага, и потом в итоге перепрыгиваем направо. Почти. Почти. Надо повыше, 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 повыше. Хи-я! Хи-я! Брависсимо! Браво, браво! Вот так вот мы проходим эти игры. Просто как семечки щелкаем. На раз-два. Зачем здесь эта красная хрень стоит, если, в принципе... Ага, вот зачем она здесь стоит. Так, опять мы солид можем собрать, да? Так, нам нужно слово кавер снова. Кавер. Так. Давай вот так. Вот так. Оно в нас не будет стрелять. Так, потом попробуем слово hold. Не знаю, может быть оно типа проканает здесь? Нет, оно, к сожалению, не канает. Жаль. А я думал типа hold, ну типа вот эту пушку заставим застопориться. Так, солид тоже можем, но солид нам здесь не зачем, здесь тисков нет. О, кстати, мы можем слово... Не, мы не можем слово... Нет, не обращай внимания. Ну, давай попробуем чисто с кавером. Слушай, а если... Ага, он сейчас нас будет стрелять, да, уже? Так, оп, оп. Ага. А вот здесь-то у нас и проблема. Нам нужно брать сюда буквы. Понял. Так, нет, это мы назад сейчас оттащим. А, мне кажется, мне надо просто несколько каверов здесь сделать. Так, вот это мы оттащим вот сюда. Сейчас мы сделаем еще одно слово кавер, чтобы нам не пришлось каждый раз перетаскивать вот это вот кавер. Так, да, хорошо. Надо поближе подтащить сразу вот этот кавер. Так. Сейчас мы, короче, тут все в кавере сделаем. Такой каверап, скажем так. Вот, и все будет ништякус. Вот, все, хорошо. Теперь эта хрень нас не будет трогать. Не, подожди, хотя давай-ка мы, наверное, ближе вот так прям. Прям к краюшку. Вот так. Вот так. Все, эта хрень нас точно явно дергать теперь не будет. Мы сейчас наберем букв. Буковок. Перетащим туда. Тихо. Блинский. С самого начала. Интересно, что вот это? Так, ладно, в любом случае, мы знаем теперь, что делать. Мне больше жалко, что мы лицо наше потеряли. Злое. Так, кавер. Раз. Кавер два. Мне кажется, там внизу какой-то секрет. Просто, ну вот опять продолжение. Как вот это вот я обычно люблю. Вот, скорее всего, там это и есть. Да, ага, ага. Так, все, прям по краю пропасти ходим. А, теперь нам нужно наделать каких-нибудь буковок.
Если мы сейчас сделаем хейт, то это явно хорошим делом не закончится. Вот, поэтому я не буду, наверное, этого делать. Да ладно, в любом случае нам нужны просто буквы, на которые мы будем запрыгивать. Хотя погоди. Нам нужны буквы H. Из них можно сделать типа этих, типа лестницы, короче. Угу. Ну, в любом случае на них удобнее вставать. Они какие-то более продуманные. Так, теперь нам нужно сделать вот так. Хорош. Да ёбж твою ж мать-то налево-то и направо же, ша? Ну ёбж ты ж ты, ша? Отлично. Короче, я решил сделать это молча, потому что это было бы тупо. Я больше концентрируюсь, когда я молчу. Угу. 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 Хорошо. Все, прошли мы это дурацкое место, которое меня раздражало со страшной силой. Так, что опять? Hair. Hair. Fate. Может быть, нам нужен эльф? Нет. Так, подожди. Life. Подожди. Ага. Ну да, замесили. Может быть, нам нужно было life там? Сейчас посмотрим. Так, life. Ага, все, отлично. Да. А почему ты не уничтожаешься, мразь? Блин, а это плохо. А как быть? Переключатель. Может быть, нам нужно успеть слово лай сделать, потом нам нужно успеть слово лайв сделать, он его сожрет и получится death. Типа того. Ну, переключатель явно не... Не. Он не работает. Почему переключатель не работает? Так. Лай. Так, теперь лайф. А, это меня убивает. Точно. Точно. Так, погоди. Я не знаю, давай просто попробуем без каких-либо слов побежать. Ну, как бы... Да. Увы. Так, значит, нам нужно как-то так все сделать, чтобы этот челик оказался позади.
он позади не получится. И они нас будут преследовать. И он не умирает. Может быть, еще одно слово life сейчас сделаем, чтобы этот далеко оставался. А этот... разделим их, короче. Ах ты, скотина. Да какой лай? Да нахер мне лай-то твой? Вот оно как работает. Понятно. Нам нужно и этого сейчас сожрать, получается. Да. Нам, получается, нужно сейчас сожрать вот этого челика. Так, как мы это сейчас сделаем? А что-то сгущаются тучи, по-моему, над нами-то, нет? Нет, не сгущаются, я вру. Так, нам нужно вот сюда переместить. Интересно. Да, он подходит. Так, значит, мы сейчас... Я знаю, как мы сейчас сделаем. Так, создаем чувака лай. Так. Brave. Так, хорошо. Мы убили этих двух челиков. Хорошо. Switch. А нам получится? Оф. У нас нет столько буквок. О. А подожди, нам не нужно буквок. Нам одна буковка О нужна. Правильно? Нам нужно буковки две F. Так. Получается, сейчас мы сделаем слово off. Так. Love нам уже не надо. Нам нужно слово off, чтобы switch этот переключить. Так, слово evil мы тоже не будем делать, но его нахер. Так. Я надеюсь, что это проканает. Нет, к сожалению, это не проканало. Как нам включить вот здесь передатчик? Подожди, подожди, evolve. Может быть, нам нужно evolve слово? Ну-ка. Evolve. Хватает, кстати. Ну-ка. Так. Ага, нам надо разделить. Окей, давай. Лип. Кстати, лимба, интересно, если слово сделать. Это, может быть, будет какая-нибудь отсылочка?
Так. Но у нас тут нет буквы М, поэтому в любом случае не получится. Так, давай попробуем. Эв-л-ве. Вот так. Нет, сука. Козлы. Так, вот здесь мы подзастряли. Здесь какое-то новое слово, которое нам нужно как-то придумать. Подожди. Ёб твою мать. Что я сейчас сделал? Так, главное слово лайф. Не писать и не давать ему его съесть. Так, а слово бра... Нам нужно, короче, буковку О получить опять заново. Как нам это сделать? Ну-ка, если brain получится, получится. Ага, буковку Э нам нельзя ни в коем случае отдавать. Окей. Давай попробуем опять. Ну, тут нужно с этим чуваком экспериментировать, я так понимаю. Слово «он» сделать. Так, челик, иди. Иди ешь. Иди ешь слово «бра». Понял. Ты его не съешь. Слово «я». Понял. Слово эльф. Может быть, типа орк он сделает. Да не ейв. Блять, пиздец, как много букв. Так, чувак, стой. Нам нужна буква L. Вот она. Так. Монстр. Хорошо. У нас буковка О есть теперь. А, может быть, все же проканает? Букв просто целая тьма. Так, ну давай, давай надеяться. Есть! Есть, бой! Хорошо. Да, ёб, что твою мать. Я надеюсь, здесь было автосохранение. Уи! Так, мы это сделали. Хорошо. Так. Ну опять мы сможем здесь слово лай собрать, и нам нужно ап. Ну давай, давай. Вот, все, я понял. Смотри. Лай. Так, дальше. Ап. И он сейчас нам слово down сделает. Ну, вообще, я как бы надеялся, что мы соберем
слово down, и он как бы опустит нам вот эту лестницу. Но она не опускается. Хорошо. Хорошо, мразь. Я сделаю по-другому. Я построю свою лестницу с блэкджеком и шлюхами. Еще одна буква. Подожди. Еще одна буква. Давай вот так, пофиг. Давай. Бери. Стой, 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 стой. Угу. Блин, теперь я не могу запрыгнуть. Что если мы... букву О уберем, так как она дурацкая. Вот так вот. Нахер. Все, пошла вон. Пошла вон. Плохая буква. Так, теперь мы составим из более устойчивых букв. Все вот это вот. И... вуаля! Вуаля! Думаю, что у меня трясется дом? Это моя стиральная машинка стирает вещи. Как вы поняли. Так, ну здесь всего лишь секрет, да? Уи! Уи! Так, не, погоди. Но мы же, получается, можем вот отсюда вот так вот. Оп, и все. Правильно? А, нам нужно еще слово он сделать, чтобы оно типа сработало. Правильно? Правильно. Так, погоди. Какое же слово мы можем составить, чтобы у нас получилась буковка О? Так. Да попробуем. Блин, нет, не так. Ай. Нац. Не знаю, ну типа орехи. Ага, то есть нет такого слова, да? Окей. Фан. Так, хорошо, слово фан есть. О, у нас теперь рожа довольна. Теперь создаем челика со слова лай. Заставляем его это сожрать. И может быть он нам даст букву О. Есть. Хорошо. Есть на жопе шерсть. Так, теперь нам нужна буковка Н. Мы делаем он. А он здесь не канает. Блин, это что? Это получается, надо отсюда прыгнуть на ротор. С ротора надо прыгнуть туда. И все, и мы больше ничего не сможем сделать. Нет, нам нужно, чтобы это заработало. Сука. О, давай, давай слово. Вот это, вот от этого избавимся сейчас. Вот так. Слово сплит. Оно в прошлый раз проканало, когда нам нужно было разъединить вон те штуки. Вот. 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 Хорошо. Так.
Хорошо, теперь нам нужно слово он. Вот теперь нам нужно слово он. Так, лай. Лай. Ага, иди жри слово сплит. Может быть, он его сожрет, у нас появится буква О. Джойн, да. Появилась. Теперь нам нужна буква Н. Бери ее. Так. Нет. К сожалению, не канает. Может быть, no? Нет, тоже не канает. Окей, давай думать. Долбанный ротор, почему ты не хочешь работать? Что мы еще можем из этого составить, чтобы оно работало? Так, ребзя, нам, короче, нужно написать слово спин. Я вот в такие моменты смотрю в подсказки, потому что... Блин, ну это слишком долго будет вот так вот гадать. Вот, все, мы можем вот это вот раскручивать дело. Так, теперь нам нужно слово up сделать. То есть, я так понимаю, он сейчас будет раскручивать его вверх. Ага. Так, сейчас. Оп. Ну, как-то так. Как-то так. Ага. Ну, вот знаете, честноты, вот честности ради, я читаю прохождение на английском языке. Вот. Ну, это так вот. Потому что, я так понимаю, русского прохождения нет. Так, сейчас оно на нас упадет, поэтому мы нашу счастливую морду убивать не будем. Просто поднимемся на платформе. Угу. Я, конечно же, буду вырезать все эти тупежные моменты, чтобы получила серия, там, ну, полчаса плюс. Так, сейчас оно будет за нами лететь, да? Ну, я так понимаю, нам вниз. Так. Так. Хорош. И самое главное, что мы с довольной Харри бежим и делаем все эти действия. Я, кстати, не понимаю, почему звук электричества до сих пор не пропал. Наверное, потому что электричество за нами летит. Так, хорошо. И чё? Ага. Ага. Эш, пыль, по-моему. Так, нам нужно это включить. Так. Поебаш, я уже вижу там слово. Это что такое? Это же темный лорд. Правильно я понимаю? Это какая-то здоровая херня. Это нездоровая херня. Evil. Ёб, что твою мать. Ёб, что... Нихера. Вот это у нас сейчас проблемы. О, это же этот хрен моржовый, который у нас забрал руку, мразь. Ну, сука, ты огребаешь. Наверное. Это, наверное, не настоящий.
Привет! Я пришел. Ой. А, это у нас выгоняет из-под низу так. Понял. Так, я так понимаю, нам надо какие-то слова составлять, типа того. Или нет? Чё он делает? Чего, блядь? Не понял. Нам как-то надо вообще до туда добираться, нет? Так, ну мы в любом случае до туда не добегаем. Ага, надо прыгать вовремя. Ёпты. Ёптудей. Чи? Подожди. Я прочитаю в описании, что надо делать с этим монстром. Понятно. Короче, с битвой с боссом нам надо делать все хорошие слова, типа любовь, добро и вот эти вот всякие подобные. Но для ачивки нам надо еще сделать, короче, одно злое слово. Погоди. Какие слова там надо делать? Care, save, love, good life, care, care. Но тут нет такого. Save, save. Вот, save есть. Какое хейт? Погоди, я же слово save просил. Ой. 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 Я же просил слово сейф. Это будет долго. Ну сейф, ну! Нажми ты на эту сраную подтвердить, блять, вот. Надо, треугольник надо было, оказывается. Вот. Вот. Да-да-да-да-да, давай. Дай вниз! Придурочный, сука! Так, теперь надо слово... Теперь надо слово brave, да? Блин, нет. Блять, нету су... Лайф. Так. Хорошо. Сейчас что он будет делать? По сути, нам три раза надо его звездануть, и все будет хорошо. Бляха. А, понял. Он сохраняет. А, ну тогда какой об этом хардкор-то? Я-то думал, мы будем с самого начала каждый раз начинать. А это все по ерунде. А, так, сейчас откуда он начнет? Ага. А, это все фигня. Я уже слово лап там вижу. Это босс, не босс. Это какой-то недобосс в таком случае. Что это за босс такой, которого надо не сначала проходить?
Блин. Что это такое, а? Ну? Ты что ли? Окей. Получи, мразь. Руку отдай. Так, сволочь. Фейлд. Лайф. Death. Прикольно. Вау. Круто. Так, нас засосало в руку этого монстра. Хм. Погоди, нет. Судьба. Не понял. Подожди. Hero. Герой. Вторая рука появилась. Надежда. Надежный. Как это, Хоупер? Ёпшт. Мы теперь вообще неостановимы. Это же Нео. Бэйн. Пошло вон. Короче, он все плохие слова в хорошие превращает, да? Короче, это бог слова. Truth, да. Ну да, теперь понятно, почему именно эту фигню не перевели на русский. Это было бы нереально. Такая игра слов. Что происходит? Мы прошли игру. Мы прошли игру с вами, ребята. Ну, в принципе, как я и предполагал. 4 серии. У нас ушло на то, чтобы пройти игру. Happy end, ребята. Happy end. Что я хочу сказать? Довольно-таки, в принципе, незамысловатая игрушка. Иногда заставляет поднапрячь твой мозг, но мне она понравилась. Она оставила свой отпечаток. Как минимум у меня. И приятные воспоминания. Здесь можно творить, конечно, со словами все что угодно. Ну, типа, все что угодно. Если находишь правильную комбинацию, то это меняет внешность твоего героя. Жалко, конечно, что это до первой смерти. Вот. Ну и, конечно же, если понять игровую механику и слова какие-то конкретные, которые работают именно на прохождение игры, то в разы проще становится пройти эту игру. Вот, но я пользовался прохождениями, потому что иногда это было нужно, иначе я бы по 4 дня, наверное, зависал бы на одном месте, пока не перебрал бы, наверное, вообще все слова, какие я только знаю. А их, ну,
учитывая даже с моим ниже среднего знанием английского языка, их достаточно много. Слов, которых я знаю на английском языке. Вот, такие вот дела. Ладно, ребятушки, спасибо вам огромное за просмотр. Обязательно ставим пальцы вверх. Обязательно комментируем, понравилась ли вам данная игра. Обязательно подписываемся, случайные зрители. Обязательно ставим колокольчики, чтобы не пропускать выход новых видео и когда выходят прямые трансляции. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и всем пока.